мои хорошие, наше морское путешествие началось. Вот мы уже на корабле. Слушайте, и такое ощущение, что я в Аланье. Так похож на наш морской порт. Конечно же, наш порт красивее в Аланье. Это 100%. Но вот реально, набережная, все же курортные города, они похожи между собой. Мы уже все прошли. Там нужно занимать места. Вот такой вот трап. Мы с нашей турецкой компанией. Ой, ну посмотрим, как все пройдет, посмотрим. Вот такие вот столы. Это очень приятно. Сау. Что это такое? Ну там. О, Гюнайден, Гюнайден. Гюнайден. Магазин. Магазин? Еще магазин. А куда вы пошли? Купили мне пиво? Бирава. А кач дакика, дурак? 10 кач. О, 10 минут. Пойдем. Ага. Пойдем. В магазин. О, шевелится все. А нерде маркет? Нерде. Кристи, ты что, совсем что ли? Куда мы уйдем? Алмаз. Let's go. Нет. Ты что, совсем что ли? Мы останемся здесь. Эй, Малахан. Иди, купи мне пиво. Я можно. 4 пива. Эфес классик. Купи мне пиво, Кристи. Иди, я тебя жду. Кристи, иди. Actually. Actually, you can buy beer here. But it's, пиво the price is a little bit high. That's yeah. Why we are buying. Тихо. Что он говорит? We are buying from the market. Ага. А фиат был? Yeah. Double price here. Двойной прайс. Yeah. Uh-huh. Пойдем. Вот, Кристи, ты можешь сказать? Ты зачем в магазин пошла? Морис, они кушать хотят. А, кушать? Завтра. А, кушать хотят. Пойдем, мы. Если они хотят кушать, почему они не пошли? Почему ты пошла? Все, я тоже пошла. Я тоже пошла. Айсон! Я тоже пошла в магазин. Он отпросился? А я съела утром такую маленькую шаурму и съела и выпила кофе. Ой, какая жара! Господи, какая жара! Прям жаришка. Очки взяла, сейчас намажусь кремом солнцезащитным. Посмотрим, какова наша прогулочка будет. Посмотрим. Я купила себе пиво, 3 бутылочки водички, чипсиков, семечек. А Кристи там где-то ходит, покупает завтрак детям. Так. Ну все, мы пришли. Класс, да? Вот я приехала сюда, чтобы погулять и по морю вот здесь вот. В Алании там немало прогулочных судов. О, уже все трясется. Бира? Бира? О, но, я сак. О, люди завтракали.
Слушайте, я не могу понять, а где ребята-то у нас? Я же на этот корабль зашла. Мне кажется, да, мне кажется, на этот народ собирается. А вон они сидят. Мне кажется, мы заняли не самое лучшее место, потому что... Ну, потому что... Хотя, в принципе, под навесиком... Вы думаете, слушайте, мы удачное место заняли? Да. Что да, мы? Ну так, а ты тут сидишь, а я там сяду. Сейчас повернем, мы же не будем так стоять тут. Ну тоже верно рассуждаешь. Давай садись сейчас сюда. Геннадий. Сестра Неслихан. Да, вижу, сестра Неслихан. А Неслихан, нерде? Она, да, гельмеде, гельмеде. Какая красота. Гюзаль. Смотрю, слушайте, Кристи я так и не вижу. Кристи ушла. И все. Кристи я не вижу. Магазин пошла. Я знаю, а я где была? Тоже в магазине была. Короче, мы пароль вводим с роутера. И какая-то проблема. Вот так вот. Все? О, QR-код? О, супер. Сейчас. Кристи все еще не пришла, а мы такие с Мариусом говорим, так она же с этим мужиком ушла. Мариус такой, вот и все. А мы, короче, подключили интернет, и вроде бы интернет неплохой. А я еще как представлю, что я три пивка взяла. Мариус, три пивка взяла. Молодец, успела. Да, а Кристи где? А Кристи пошла за завтраком и все. Похоже, дело в отель. Все, они куда-то ушли, провалились, мы не знаем. Музыку отключили, слушайте, музыка докорала. Музыка докорала, и хотелось, знаете, даже пойти в пляс танцевать. Ну, короче, мы ждем народ. Видимо, пока все подъедут, я не знаю, время сколько? Время 9.10. 9.52. 9.52. Ну, посмотрим, какая у нас будет прогулочка, посмотрим. Здесь у меня купальник, зарядное устройство. И ты взяла стакан из мадам Коко? Нет, я не взяла. Не взяла, а я думал, пакет у тебя. Здесь у меня пивко, три пивка. А что так мало? Ну, я не выпью больше. Не любишь больше? Не выпью. А не выпьешь больше? И три пивка, еще две водички. Ну и... Доброе утро! Музыка здесь орет просто вот в такой громкости. Кристи сходила, купила пиццы, купила пиццероликов. Берите. Подожди, Ирина, Паулу. Все, тамам, пардон. Это сестры Неслихан. Тут что это, пирожки, печеньки вот такие вот милые и маленькие пиццы и водичка. Я вот как всегда пошла и позаботилась только о себе, о своем бухлишке. Мы с Мариусом ржали только что, вообще просто катались. Мариус, я хотела, чтобы ты показал этот кусочек видео. А я тебя отправлю. Ладно. Там, короче, Самвел Адамян. Я сейчас покажу его. Все, Неслихан уже присоединилась с сыном, с мужем. Вот этот маленький красавчик, да. Он тоже, кстати, тоже с пивом. Аферин. Айди, с колой. А я, короче, я тоже с пивом. Молодец. Короче, Кристи с фотоаппаратом подъехала. Это же аналог полароида. Сразу же фоточки выплывают. Сразу же. Прикиньте, вот такая Кристи будет. Котиком. Сразу же фотографии будут. Кристи, он евро. Мир фото, он евро. Бизнес. Да? Да, 10 евро. 10 евро. Беж евро. Индирим. Какие-то пирожки. Мне
feel the one. Время 10:00 утра. 10:00 утра. Мы уже проявляем, ну естественно. Потому что я всегда думаю только о себе, только исключительно. И что у них сожру все? Шутка, шутка, шутка. Я ела утром, а в обед просто кормить. Отплываем, слава Богу. Şimdiden hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz. Dersin müziğimiz. O da он танцует. Господи, какой позор. Господи, какой позор, а. Посмотрите, а. Аип, чё каип? Короче, сидят рядом. Элис, я, муж на стихан и на стихан. Вот мы пьем, давайте выпьем. Вот клево, да. Мы пьем. Şişeler!